на стене, в которой есть надпись, высеченная на арабском языке. Здесь написано: здесь покоится Батыр Кирей, славный сын Тимур Булата. Проставлена дата 1275 год по мусульманскому летоисчислению. Интересно то, что в районе вот этой башенки, а он называется учеными склеп Кишине, существовало еще таких 8 восьмигранных башенок. То есть в таких